Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вам показать свой заказ с интернет-магазина Grand Stocked. Вы, наверное, все знаете, что это крупный интернет-магазин бюджетных товаров из Иваново, где представлено очень большой ассортимент. Есть как одежда, так и постельные принадлежности, текстиль для дома и много-много-много всего по очень бюджетным ценам. Также в сегодняшнем видео я бы хотела провести для вас совместно с компанией Grand Stock розыгрыш приза. Комплект постельных принадлежностей на сумму 4000 рублей. Розыгрыш этот продлится в течение 10 дней с момента выхода этого видео. В комментариях я более подробно напишу вам обо всем. И условия этого конкурса абсолютно простые. Вам нужно быть подписаны на мой канал, поставить лайк этому видео и написать комментарий со словами «участвую», и через 10 дней я случайным образом выберу победителя. Единственное, этот конкурс проходит только для проживающих на территории России, что очень рекомендую вам поучаствовать. И еще необходимо будет, желательно будет в комментариях со словом «участвую» написать адрес электронной почты, или если вы не хотите, то обязательно следить за конкурсом, чтобы была возможность менеджеру компании Grand Stock с вами связаться для получения приза. Так что, девочки, обязательно участвуйте. И также в инфобоксе я вам оставлю промокод со скидкой, чтобы ваши покупки стали еще более выгоднее. То есть вся информация у меня будет внизу в инфобоксе, обязательно переходите, смотрите. Ну и давайте я вам сейчас покажу свой заказ. Итак, девочки, вот такая вот огромнейшая посылка мне пришла. Я уже тут скрыла, кое-что посмотрела, и давайте покажу вам по позициям уже, что же у меня в этой посылке. Ну и давайте самое главное, что у меня в этой посылке, это вот такие вот сидушки на стул. Они сделаны из, давайте я вам сразу здесь вот покажу, гречихи. Вот, то есть такие, получается, автомобили, износостойкая ткань чехла и так далее, наполнитель вот такой вот. В общем, вот такие вот классные штучки для стула, вот так вот они выглядят. У него очень такой, видите, плотный такой материал, и вот здесь вот сделано, я полностью раскрывать не буду, но видите, там вот как раз вот эта гречневая лузга. Я там прочитала на сайте, что типа если вам, для вас слишком сильно она набита, то можно часть вот этой лузги вытащить, и она будет менее плотно набита. Но по мне так наоборот классно, что она прям, она, смотрите, прям вообще жестко так набита на стульчики. Мне будет вообще отличный вариант. Единственное, что хочу на них купить чехлы, чтобы вот это вот дело у меня все не пачкалось. Но вот эти вот подушечки мне безумно понравились, и они не жесткие. То есть в плане того, что ничего не колется здесь, когда вы сидите. И это помимо того, что вы просто сидите, у вас, конечно же, еще и такой некий массаж. В общем, я заказала себе на стулья аж целых 5 штук, потому что как раз на мои стульчики мне столько и нужно. То есть вот такие, видите, это вообще можно еще на какой-то рабочий стул, да, можно на, в офисе, в автомобиле, то есть оказывает микромассажное действие, пропускает воздух, не нагревается, в общем, очень классные вот такие подушечки, вот целых 5 штук у меня теперь есть, но я буду использовать их дома на стульчике. У меня как раз жесткие такие стулья, и вот эта подушка будет отличный вариант. Но она очень классная, и когда вы садитесь, то есть ничего не колят, девочки, вот в этом плане, если брать. Но подушки мне понравились. И еще, девочки, я главный фанат тапочек, поэтому я заказала вот такие тапки. Вот эти я заказала, чтобы они у меня были здесь дома, но племянник мой, когда приезжает, чтобы вот ему было одеть. У меня есть точно такие же у мужа, прям вот один в один зеленые, тоже вот такие антимикробные, но они побольше размером. Я взяла поменьше, 40-42, как раз для племянника моего. Муж у меня очень любит эти тапочки одевать после душа, просто они сейчас, видите, немножко помялись. В пакете были, и я их стираю в стиральной машинке, вот стирала, и с ними ничего не произошло. Очень классные, мягенькие такие тапочки. В общем, это племяшка будет ко мне приезжать, будет их одевать. Я надеюсь, по размерам им подойдет. Вот, также взяла вот такие тапочки. Это я взяла себе. Девочки, я фанат
тапок. Я не могу, но я очень люблю тапки. Они у меня как-то быстро снашиваются, я их быстро меняю. В общем, взяла себе вот такие синенькие, очень классные. Обычные такие хлопковые. В них будет и не жарко, и не холодно сейчас ходить. В общем, классные тапчули. И я взяла себе вот такие валенки, девочки. Это овечья шерсть. Я уже как-то вам говорила, что я жуткий мерзляк, поэтому я с огромным удовольствием себе взяла вот такие валенки. Выходить из овечьей шерсти, то есть вот эта овечья шерсть, девочки, ну просто, это вот просто для меня такие тапчули, чтобы ножки были в тепле. Поэтому вот такие вот у меня симпатюли будут. Также я взяла для своего младшего сыночка вот такие штанишки, ходить в садик. Я ему сейчас примерила, они идеально подошли по размеру, то есть идут размер в размер. Я брала на 122-128, вот как раз сыночку моему отлично подошли. Обычные черные, с надписью, все как они любят. Здесь идут вот такие манжетики, которые хорошо держат. Даже если будут немножко великовато, то будет все равно отлично. Но шнуровочки, вот он у меня в такие ходят в садик, они тоненькие, как раз, ну, для помещения, если не холодно в садике, то вот отлично вариант. Вот сейчас, например, в самой группе, я имею в виду, он будет такие ходить, темненькие, вот, так что черный цвет у меня любит. И вот такие вот штанишки я тоже взяла, вообще брала для физкультуры своему старшему сыночку. Вот они идут вот такие, какой-то 42 размер я взяла на рост. Получается, какой? Черный 152, да? Вот, но они подошли, 42-й рост, размер 152, 11-12. Ну, в общем, 11-12 лет, но мне кажется, это не 152 рост, наверное, какой-то другой рост. Это я обычно 158-164 сыну покупаю, и вот они ему подошли отлично, прямо вот... Вот что для него хорошо. И как раз на физкультуру сзади идет вот такая серая полоска. Тоненькие, хлопковые, видите, написано «спорт», достаточно такая широкая здесь резинка, удобная. Также идут манжетики, в общем, отличные брючки у моих двух сыночков. И что самое главное, черное, все как они любят. Еще, девочки, взяла для своих хвостатых вот такие вот рыбки. Это не просто рыбки, они сделаны с кошачьей мятой. Кошачья мята «Фетр». Ну, в общем, не знаю, сейчас дам, видите, 100% кошачья мята, наполнитель. Вот. Не знаю, понравится моим привередам или нет, но, в общем, сейчас дам, думаю, поиграю. Взяла две штучки, одну кошки. Ну, да, мне кажется, мяткой какой-то пахнет, ну, не знаю. Вот, одну кошки, другую, ну, кошка, не знаю, кошка, может, и не будет играть, она у меня совсем старенькая. А вот котейка, я думаю, ему понравится. В общем, сейчас дам, ему покажу. Девочки, о себе. Я взяла халатик. Ну, я фанат тапочек и халатиков всяких разных. Очень это все дело люблю. В общем, взяла вот такой, смотрите, это халат из велюр, да? Вот такой вот, очень классный, такой фиолетовый цвет. И, конечно же, что меня привлекло в этом халатике, это вот кружево. Но это реально кружево, смотрите, как хорошо выполнено, все очень качественно, все тоже хорошо прошито, но мне нравится качество изделия, очень, я уже говорила неоднократно. Я взяла размер 44, но чтобы он был не впритык, а чтобы было вот так вот хорошо. Вот, здесь идет, соответственно, пояс есть, внутри еще пояс, чтобы, ну, подвязывать, да, внутри, чтобы не распахивалось. Поверх еще идет пояс и вот такой вот кружево снизу еще идет. Очень симпатичный халатик, мне так понравился, особенно его цвет. Девочки, сейчас примерю, покажу на себе. Девочки, смотрите, какая прелесть. Прелестная, мне так нравится вообще. Вы себе не представляете вообще. Девочки, нравится вот из-за этого кружева. Вот просто. И плюс еще очень приятная к телу. Она напоминает вот такие плюшевые костюмчики. Знаете, ну не плюшевые, а велюровые вот такие костюмчики. Очень напоминает своим качеством, своим вот, ну, очень приятно к телу. Я сейчас одела на домашнюю одежду. Мне кажется, прям вообще миленько так. Мне так нравятся вот эти рукава. Ну, вы поняли, да, что мне нравятся вот такие рукава. Я их обожаю. Очень-очень мило. Халатик вообще супер. Слушайте, мне нравится. И плюс ко всему он такой не
как бы не жаркий, но в то же время и не прохладный. Вот сейчас осенью, зимой это как раз самое то. И цвет такой. Цвет вообще балдежный, просто сочетание с белым, но очень симпатично, мне прям понравилось. Так что вот такой вот у меня получился заказик, достаточно небольшой, но все полезное, все нужное. Халатик мне вообще безумно, девочки, понравился. Я еще раз хочу вам напомнить про конкурс, про то, что нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий со словами «Участвую», это обязательно. И через 10 дней я выберу победителя, так что, девочки, обязательно участвуйте. И вся информация находится внизу в инфобоксе. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Тем более это необходимо для участия в конкурсе. Всех люблю, целую и до новых встреч!